Всем привет! Вы на канале Sweet Stitch, меня зовут Ирина. В этом видео я хочу показать вам этот дизайн от Вероника Женер, если я не ошибаюсь, который я вышила на льне цвета сырой лен. Ниточки DMC, часть по ключу, часть подобрала сама. А для чего же я его вышила? А вышила я его для швейного органайзера. Вот такой швейный органайзер я сшила. Это мой первый опыт. Первый раз я пришивала вот такую ленточку. Нашла очень интересный способ пришивания ленточки, использовать лапку, которой пришивают молнии. Здесь на сгибах я прострочила для того, чтобы лучше складывалось тройным швом. Сделала вот такую ручку. Косая бейка это готовая уже была, просто пришила. И первый раз я вот сделала стежку. Стежку по шаблону. Сейчас я покажу, как это выглядит внутри. Тоже здесь стежка сделала, кнопки. Внутри органайзера я сделала карманчики для линейки, для маленьких ножничек, больших, карандашей, ножа для кроя тканей, ну, все, что необходимо для занятий пэтчворком. Вот, с левой стороны, я не знаю, хотелось бы мне придумать еще что-то, но не получилось. Вот эти два блока, так, мы делали пробные, я их хотела пристроить внутрь, но я их и так крутила, и сяк крутила, ну, короче, ничего у меня не получилось. Решила, сделаю просто из них прихватки. Курсы пэтчворка у нас проводятся в библиотеке. У нас вот такая замечательная библиотека. Здесь можно вот посидеть, пообщаться, почитать. Здесь место для деток у нас. Вот этот стол длинный, вот на этом, за этим столом мы занимаемся пэтчворком. Вот здесь новиночки. Очень удобно. Вот здесь можно пока в компьютере посмотреть, есть ли в наличии эти книги, которые тебе интересны. Я здесь занимается изо-студия, там место для деток. Ну, это очень хорошая идея, создать библиотеку. Все эти курсы бесплатные, не работают там люди, там работают волонтеры. Поэтому очень приятно все это. Ну вот, вернемся к моему органайзеру. Вот так я все решила сложить сюда. И чтобы это... Вот здесь карманчик еще один. И вот так использовать это, носить с собой на курсе по шитью. Вот так, очень даже удобно. Ребята, я вас приглашаю прогуляться по моему весеннему саду. У нас прекрасная погодка, очень тепло. Все цветет и пахнет, птички поют. Вот миндаль уже отцветает, осыпается. Вот здесь у меня полно фиалочек. Пчелки уже вовсю летают. Это я. Привет вам. Вот сейчас пойдем посмотрим, что у меня там есть. На пионах уже вот такие бутоны. Скоро-скоро будут прекрасные розовые пионы. Здесь у нас нарциссы, гиацинты. Даже тюльпанчики, вот, примулы.
зале. Вот такая красивущая камелия у меня здесь растет. Камелии очень красивые. К сожалению, их век недолог, но зато мы можем наслаждаться такой красотой. Все еще цветет цикламен, всю зиму процвел. Такая зима была. Вот это японский клен, он уже выпустил желтенький, а вот рядышком это с красными листиками. Красные листики еще только-только начинают выбрасывать. Они такие маленькие. Необычно тепло это весной, и уже розы в некоторых местах даже выбросили бутоны. Но, к сожалению, мне пришлось их побрызгать, потому что было полно тли на розах. Ну, вот вам. Газончики не стрижем, потому что жалко ромашки стричь. Здесь полно ромашек, полно примул диких. Решили газоны не стричь, оставить пока так красиво. А вот мой буксус, самшит. Наши самшиты очень страдают в последнее время от этих каких-то червей непонятных. Ну вот, выжил этот. Посмотрим. Вот этот большой, он в прошлом году вообще бедненький весь. Загнулся. Ну вот, вычухался, слава богу. Будем надеяться, что все будет хорошо. Вот мои розы здесь. Вот там нарциссы. А вот те самые самшиты, которые загнулись. Но я не хочу их вытаскивать. Я все-таки надеюсь, что, может, они вычухаются в конце концов. Я их обрызгала. Очень жалко, конечно. Так, а вот там у меня, по-моему, уже даже скоро распустятся розы. Это вообще возможно такое? Бутоны в марте. Это даже для нас это слишком рано. Это у нас должно быть яблонька. Там была вишенка, но она уже цвела. Вот здесь уже осыпается магнолия. Магнолия, конечно, роскошное дерево. Цветы огромные. Уже все осыпается. Ну, какая красота. Я надеюсь, вас не укачало. Вот траву не хочется косить, потому что цветочки. Такие ромашки.